будете в масках плавать? Сэм тоже взял маску. Лиза, посмотри сюда, Лизочка, посмотри на маму. Все, все, беги. Сэму надо завязать шнурок на шортах, а то у него спадает. Перевернулась? Океан хорош. Уже третий день, волны небольшие. А? Давай поедем в этот. Кофе возьмем. Сейчас прям? Ну да, после этого. А, после этого, да, поедем. Ну и сейчас прям. Да не, я еще не плавала, я сейчас пойду наплаваюсь. Ну, пусть это. Да, поплаваем немножко. Угу. Плавайте с папой там еще, наслаждайтесь. Ребята, заходите, смотрите наше предыдущее видео. Поснимаю океан для людей, кто хочет просто посмотреть на океан. Давайте пройдемся по волнам, по берегу. Вот что далеко заплыли. Костя! Сэмик, плыви сюда! Он, у него хоть круг такой вроде бы хороший. Держит его, и он маленький, не выскочит оттуда. Но все же надо близко возле взрослых плавать. Лиза уже умеет держаться на воде, а Сэм нет.
Все, беги. Муж мой балдеет, релаксует. Муж мой, ой, ну как тебе здесь отдыхается? Ой, неплохо будет, да? Здесь часто можно увидеть черепах. Если поглубже заплыть. Я когда-то с маской плавала, но не в этом году. Лет 5 назад. Далеко заплывала туда. И дотрагивалась прям до большой черепахи. Но они очень быстро уплывают. Только почувствуют. Если... Сейчас посмотрим, да. Если погладить ее по панцирю, она ничего, нормально. А если только до лапы дотронуться, она сразу мигом на дно тянет. Большие такие вот черепахи. Я не знаю, по сколько им лет здесь. И маленькие тоже есть. Еще часто киты там вдалеке видны. Фонтанчики их. Нам даже бинокль в номере оставили. Короче, красота, ребят, просто вот так и отдыхаем. Какой-то самолет летит. Я здесь никогда самолетов не видела. Интересно, что это за самолет такой? Вертолет иногда летает. Самолетов. Какой-то маленький. Или это отсюда так кажется маленький. Ребят, заходите еще сегодня, может, поснимаю райончик, называется Коалина опять. Мы поедем по кофе. Ну, в общем-то, я на фотоаппарат снимаю наши основные влоги, а на телефон по 10 минут и меньше.